Добрый вечер, коллеги-альтернативщики. О чем это видео будет? Предназначение видео 2, скорее всего, это реклама для продажи панды. Покажу, что он работает. И второй вариант, как если есть в системе МППТ контроллер для солнечных батарей. Как его можно использовать в виде зарядного устройства для тех же самых батарей, причем интеллектуальным, он будет многостадийным там и все такое. Питание, которое берется от аккумуляторов. Сейчас мы его заведем. Вот. И вместо солнечных панелей подключается обычный блок питания. В данном случае вот этот трансформатор, он на, согласно инструкции, трансформатор какой-то там ASOF 025 DU5 025 киловатт 50 герц. Этот трансформатор на холостом ходу выдает 50 вольт. Он применялся в шахтах, по-моему, он выполнен в таком взрывозащищенном корпусе. Здесь он запитан через регулятор шимовский, или как-то там он называется, на 220 вольт. Вот внутри в этой коробочке я поставил диодный мостик, то есть сюда 220 вольт заходит переменки, и также переменка, но уже 50 вольт в холостом ходу выходит. Данный панда МППТ контроллер, он заточен на работу до 150 вольт. Он может обслуживать солнечные батареи. То есть по постоянке сюда можно запустить 150 вольт. То есть все просто. Плюс-минус. То есть в данном случае контроллер запитывается не от солнечных панелей, а из розетки. Вот. То есть все, он работает. Сюда пошло 50 вольт. Вот сейчас я вам покажу. Он начинает искать точку. Сейчас посмотрим, сколько. Вот 41 вольт в холостом, 45 вольт в холостом, 48 вольт в холостом, 49, 50. Вот он начал работать, начал искать точку, на какой он будет лучше работать. Сейчас покажу мощность, которую... Вот он начинает разгоняться, 92, вот так закрою, чтобы не мешал. 123 ватта, 150 ватт, 178, 200 ватт. Вот уже номинально этого трансформатора, вот 250-260 ватт. Это максимально, что он может давать. То есть видно, что контроллер корректно определил мощность источника и такую энергию как раз и гонит. То есть плюс-минус там скачки. Вот. Ну, напряжение аккумуляторов показывается, зарядное, вот, 9-10 ампер. Вот. То есть, видео носит характер, что можно использовать данный контроллер с трансформатором, который не дает более 150 вольт в холостом ходу. Подсоединив, можно использовать как умное многостадийное зарядное устройство. Вот. Бывает так, что он начинает даже 300 ватт вытягивать из этого трансформатора, хотя у него номинально 250. Но потом идет срыв генерации, и опять он начинает искать точку максимальной мощности, и опять вот генерирует. Вот сейчас опустился вольтаж холостого хода до 38, до 40, вот 41 вольт. То есть с этого вольтажа он преобразовывает уже вниз. В данном случае генерирует вот 140, 150. То есть корректно он отрабатывает и понижение напряжения аккумуляторов. Вот тут инвертор периодически напряжение, когда скачет, он начинает забирать в сеть дома
на потребителей с аккумуляторов энергии. Соответственно, напряжение на аккумуляторах проседает, и контроллер корректно начинает опять там искать точку. И... То есть контроллер работает, если что, он продается кому нужен. И я так думаю, что при текущих моментах законодательных в России с Нового года уже хорошо купить дорогие, дешево купить дорогие покупки с Алиэкспресс мы не сможем. Поэтому, кому нужно, обращайтесь. Контакты я оставлю под видео. Ну вот, так что, чтобы он не лежал просто так, я его вот использую вот совместно с таким трансформатором для зарядки батарей безветренную и бессолнечную в зимнее время. Вот. Ну, у нас сейчас ветерок есть. Хоть винты и обмерзли существенно. Вот. Вот 70 ватт, тут 12, 30, 20, 40. Ну, в общем, потихоньку ветерок дует, энергия идет.